Здравствуйте, меня зовут Ирина Северина, я являюсь членом UDSK с его основания и хочу поделиться своим опытом сотрудничества с нашим клубом. Я самостоятельно провела встречу с клиентом, это кредитный брокер, который сотрудничает более чем с 30 банками в городе Тюмени, сейчас масштабируется в город Омск и планирует другие регионы. Я сделку закрыла самостоятельно, но когда встал вопрос подготовки плана внедрения и настройках программы лояльности, то я обратилась к наставникам клуба, написав сообщение в наш чат. В течение 30 минут я получила три варианта настроек для клиента. Это очень облегчило мою работу, так как мнение эксперта в настройках значительно сократили мои трудозатраты. Мне оставалось лишь все оформить презентацию и обсудить с собственником. В результате клиент оплатил за 3 месяца аренду лицензии и самостоятельно внедряет в соответствии с согласованным планом внедрения программу в свой бизнес. Ну и, конечно же, с моей поддержкой. Считаю, что сотрудничество с клубом очень эффективно, так как колоссальная прокачка резидентов идет. И, конечно же, в период новогодней акции я оплатила абонемент еще на 1 год. Всем всего доброго!